На улице Воронежской после пожара в двухэтажном деревянном доме без жилья остались две семьи. Барак, стоящий практически напротив автовокзала, вспыхнул незадолго до полудня. Очаг огня располагался в подъезде на первом этаже, в том месте, где устроен силовой щиток со счетчиками. Замыкание произошло на глазах у школьницы. Мне бабушка говорит: Оля, иди сходи в магазин. Я такая: хорошо, иду. Я иду, и прям в это время на втором этаже она как все сбахнула, и начался пожар по низу. Высушенное дерево частично расселенного дома горело как спичка. Пламя за какие-то минуты ушло на второй этаж и разгоралось все сильнее и сильнее. Жители второго этажа оказались в сложной ситуации. Огонь охватил единственный путь к спасению. Тем не менее, эвакуировать никого не пришлось. Все 18 жильцов к приезду караула уже были на улице. Мы дома были, услышал щелчок в коридоре. Думали, что что-то топит, а потом оказывается пожар. Мы дверь не могли открыть, хотя было снутри закрыто, заблокировалось, потому что там уже от этого, нагрева. Мы все вещи повыкидывали, которые смогли в окно. Вот все как бы так вот и остались без жилья. До того, как пламя было потушено, огонь частично уничтожил две квартиры на первом и втором этаже. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. До пожара в бараке проживали три семьи. Две теперь нуждаются в новых квартирах. Погорельцы отметили, что за неделю до пожара в доме заменили старое электрохозяйство. Подвели новые кабели и сделали разводку. Неисправность возникла в обновленной схеме питания. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Виталий Векслер.